Девочки, и всем привет, мои хорошие! Сегодня с вами будем делать маску с глицерином. Девочки, это такое прекрасное вещество для нашего омоложения, вы просто не представляете. Я отдельно сниму обязательно видео про глицерин, и вы его обязательно посмотрите все за там плюсы, минусы, все расскажу вам про глицерин, потому что сейчас я не буду ваше время долго занимать, а сейчас у меня к вам такое предложение. К весне мне хочется пройти курс такого, так скажем, омоложения масок. Курс будет 20 масок на протяжении, ну, так скажем, ну, может, месяца, может, даже чуть больше займет, девочки. Вот. Кто со мной, девчонки, присоединяйтесь, будем делать вместе маски. Маски вот на этой неделе мы сделаем с вами маску с глицерином. На следующей неделе, например, мы с вами сделаем другие маски. Ну, может быть, с глицерином еще одну и еще с чем-нибудь другую. Почему, девочки? Потому что вот сейчас вам рассказываю, что если мы будем с вами маски менять, это будет очень хорошо для нашей кожи. Почему? Потому что наша кожа не привыкнет, ну, например, к витамину ЕЕЕ или к такому там витамину, к другому, а мы будем нашу кожу насыщать разными витаминами, разными хорошими веществами для нашей кожи. Вот. И поэтому я вас приглашаю омолаживаться вместе со мной, так скажем. Вот даже можно, что мы можем, девочки, сделать. Мы можем с вами сфотографироваться сегодня, и потом через там 20 масок мы сделать можем еще фотографию свою, вот, то есть до и после. И сравним, и посмотрим. И если вы увидите, девчонки, какие-то там результаты, и вы мне пришлете или в Одноклассники, или в Контакт, или, ну, мы с вами об этом договоримся, вы мне напишите, вот. И я тогда сделаю такой, ну, обзорчик для других девочек, они посмотрят и будут наши маски с вами повторять. Вот. Ну вот, девчонки, кто это хочет, оставайтесь со мной, будем с вами молодеть. Вот, девочки, сегодня, напоминаю, маска у нас с глицерином. Рассказываю состав маски. Глицерин, чайная ложка. Чайная ложка воды. Еще раз напоминаю, что глицерин обязательно нужно смешивать или маслами, или с водичкой. Почему? Глицерином просто одним пользоваться нельзя. Почему, девочки? Потому что у него есть... Ну, опять вот я вдалась в подробности. Я вам в следующем видео, девочки, все подробно расскажу. Сейчас не буду вдаваться в подробности. Вот. Значит так, мешаем. Еще раз напоминаю, глицерин чайная ложка, воды чайная ложка, потом чайная ложка меда и чайная ложка сока алоэ. Или, как я вам всегда говорю, вот я пользуюсь вот таким алоэ, то есть аптечным экстрактом я пользуюсь. Вот. Наносим на чистое лицо, но перед тем, как все-таки наносить эту масочку, обязательно лицо немножечко увлажняем. Прям слегка немножко увлажнили, и потом будем наносить эту маску. Как смывать эту маску тоже, девочки, не просто все так. Оставайтесь со мной и посмотрите все до конца, мои хорошие.
дорогие наши друзья. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал, нажимайте подписаться, затем нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить наши новые видео. До новых встреч, дорогие друзья, на нашем канале. Лицо очистили, увлажняем обязательно перед нанесением маски с глицерином. Но перед этим напоминаю, девочки, обязательно проверить маску на аллергию. Вот я нанесла, посмотрела, потому что глицерин — это все-таки химическое вещество. И обязательно нужно посмотреть, нет ли у вас на него аллергии. Проверили, вот я посмотрела, все хорошо. И начинаем наносить. Наносим нашу маску на лицо. Под глазки не наносим. Держим 15-20 минут. Потом напоминаю, покажу, как смывать. Наносим. Время наше вышло. Смываем маску, девочки, так. Или берем теплую воду, или молоко. Вот я взяла молоко, девчонки. Молоко тоже должно быть теплое. Берем диски, намачиваем наши диски в молоке или в теплой водичке и деликатно промакиваем нашу маску. То есть не трем, не смываем, а вот так вот, вот такими движениями снимаем нашу маску, просто промакивая. Ну вот, маску мы нашу удалили, сняли. Маска очень, девчонки, хорошая. Она с таким отбеливающим эффектом. У кого пигментные пятна, она очень хорошо вам подойдет. Разглаживает мимические морщинки и подтягивает, и выравнивает кожу. Замечательная маска. Ну, девчонки, ждите следующую маску. Напоминаю, будем вместе с вами омолаживаться. Вот. Ну, до новых видео, мои хорошие. Кто новенький, подписывайтесь, девчонки. Будете вместе с нами молодеть и хорошеть, мои хорошие. Ну, пока. С вами была я, Рубцова Наталья. Пока!